Вот я приехал на Камогориху. Давайте посмотреть, что они. Поставили всего 200, да? Ну, я что тут, опоздал. Я ездил на Симаковске, все обошел. Где у коров тут городить, все это просмотрел, следы оставил. Хорошая здесь пристань, на уровне. Вот эти под ногами лежат с гвоздями-то, надо убрать как-то было их. Все, да? Далеко поставили-то. Сегодня у нас вторник, 27 августа 2019 года. Со второго мостика на Рыжковский, там совсем мало. А тут батюшка говорит, ставьте здесь. Тем более сети это ему подарил отец Виктора Савченко, Николай. Вот так. Так, Сергей, ты сейчас чем заниматься будешь? Арки буду красить. А? Арки красить вот эти. Красить. И ты, Володя, чем заниматься? Шкурить. Шкурить. Я иду сейчас шкурить. Сходить надо к Устиновым, у кого есть, чтобы могли прийти шкурить. Сначала разложить эти столбы. Ну все, тогда поехал.